Всем привет! С вами Капхат 1234. Сегодня будет проверка мифов. И первый миф: на карте полутронной все можно призвать скорее читерами 666. Да. Так, я уже видел этот миф. Так. Помню мову в тебе. Так, ой, а где? Так, ладно. Я тут уже все построил, что нужно. На клетку там играю. Ну, чтобы убил мову вообще. Чё, обалдел? Обалдел? Так, не обращайте внимания. Почему я что-то ем? Это видео. Ладно. Ой, а почему она вырвалась? Нет, и там еще написано «Молчать на лужу». Ну, так там еще не моя. И еще подпишитесь на мой канал для ботов, если хочешь. И если хочешь, поставьте колокольчик. И лепите лайк. И если хочешь, подпишитесь на телегу для ботов. Или потоку захар, но я не знаю, можно или нет, но это телега, но еще не может подписаться на мой. Так, ну все, я сделаю тут все, пока вы там слышите. Так, ну все, моя база тут не такая маленькая, ну я не знаю, мне кажется, у меня это ничего не будет, и уже пошел, то есть не понял, это кто. Не, все, мне хана. Не, ПЖ, ты, братанчик, пощади меня. Пожалуйста, братанчик. Нет, не надо, ПЖ. На. Все. Так. Братанчик, уйди, пожи. Так, давай, пошла на. Ой. Нет, ты не пробьешься. Давай, не пойду. Нет, уйди, пожи. Еще в небе говорит, что если она тебя ударит просто, то вроде тебе, ну, сквозь какой-то раз это и будет. Ну, следующий мир на карте продал дерьмо, короче, есть хуа ящик. Так, да, где это было? О, вот. Так, я уже дорешал тут. Так, где тут? Вот тут вроде бы был. Не понял. Куда он исчез? Я же тут же видел, но... Куда он пропал? Так, не понял. Я что-то удалил? Не понял. Может, это большой камень? Нет. А где он может? Тогда тут? Нет. Тут? Не понял. Что это такое? Так, а что нам не делает? Не понял, что за тени будет. Так, уменьши. Давайте уменьши. Все, я такой маленький теперь. Так, мне и теперь понадобится портал, конечно. Все, парни, заходим. Что это? Что это там? Что это? Плохая много. Так, позже уйди. Ты кто? Так, ну... Не все. Да что-то я вам не так... Что-то не так...
Плюс у них на карте банк, если сделать какую-то там постройку, я уже не помню, как там, ну, там, кактус или что ли, и бочки вроде бы что ли, ну, я не помню. Честно, ну, вроде бы так, или стёкус. Не помню. Но я сейчас посмотрю. Вот, да, так же было делать. Так, все ингредиенты есть. Ну и все, фейк, понятно, я и это... Что? Что? Откуда тут... Кто? Это или... Бокто? Так, быстрее запишу, только вот станет все на голову, ребят, и подписывайтесь на меня, конечно. Все. Не понял, что это? Том, бесплатный переводчик открыт. Том. Я бог, или он хотел он русский, но не английский. Плохо знает, что вот этот бог. Он, типа, он не знает, что, типа, Лёва его по-другому пишет. Она... все понятно. Все какой-то. Да он сам не убил админы. Понятно. Все, выходит. И всем пока!